Рыба-кит, папа рисует. Первый класс, первый раз. Сегодня я рисую и делаю с вами открытку для 1 сентября. Давайте, для этого нам понадобится белый лист бумаги, розовая бумажка или другие цвета, какие у вас есть. Может быть, если у вас нет бумаги, то можете просто нарисовать с огнем открытку. Я это все делаю быстро, просто, чтобы каждый смог повторить. Если вы мама, папа и хотите с ребенком сделать что-то, сделайте. Это самая простая открытка, которую я могу сделать. И помогите ему, даже если он будет стараться, это будет радостно. Давайте, смотрите, открытка, она у меня будет горизонтальной сегодня. Вот так будет открываться. Вот так, раз, два, раз, два. Сложили, положили. У меня есть розовая бумажка, я вот так ее хочу приклеить. Не хочу вот так просто приклеивать. Я хочу делать розовый яркий лист осенний. Ну, да, он розовый, ничего страшного в этом нет. Смотрите, я начну рисовать так. Смотрите, я здесь поставлю точку, здесь точку, здесь точку, здесь, здесь, здесь и здесь. У меня будет кленовый лист, и я покажу, как я его рисую, а после вырежу и приклею. У меня будет кленовый лист на обложке, на открытке 1 сентября. Смотрите, вверх идем, вверх. Теперь вот так вот в разные стороны лучи отходят из этой точки, и получается такая, можно сказать, рука. Смотрите, похоже немножко, похоже. Сделали. Здесь рисуем, у каждой вершины рисуем вот такую елочку, что ли, такие вот елочки. Разные стороны. Раз, два. Раз, два. И когда вы рисуете, вы тоже повторяете. Раз, два. Просто. 5 нарисовали. Теперь так, нарисуем у каждую, соединяем. Раз, с таким большим провалом. 2, 3, 4 и 5 сюда идет, и сюда, сюда и сюда. Получается такой кленовый лист. Сейчас я его вырежу. Возьмите ножницы, если вы ребенок, то рисуйте обязательно и вырезайте с родителями, чтобы это было безопасно. И вырезайте вот так вот какими-то безопасными ножницами. Возьмите как-то что-то безопасное. Я очень боюсь, что когда дети берут ножницы и сами работают, это может быть опасно. Я всегда советую работать с родителями. Вот так. И это все я быстро. Смотрите, я немножко делаю больше свою вырезалку. Больше, чем черные листики. Такими оставляю такое поле. Так. И все это я делаю быстро и не очень точно. И я вам советую делать точно так же, чтобы у вас получилось, чтобы вы не сильно старались, много времени потратили на вырезание, ну, у вас получилось все-таки красиво, у вас получится красиво. Так, вырезаем, здесь немножко крутим, все это я делаю быстро. Раз сюда, раз. Я часто работаю не ножницами вот так вот в разные стороны, а с самой бумагой. Кручу бумагу, и получается вот так здорово, легко. Раз, видите, вот так раз. 2, 3. И получился у нас листочек. Хопа. Его я и приклею. Для этого возьму клей. Намажу. Когда я рисую, я часто пою, говорю лю-лю-лю, пу-лю-лю. И это помогает работе. Я знаю, мои ребята, сыновья и другие ребята, когда приходят ко мне работать, им тоже нравится улюлюкать, бубукать. Такая вот обложка. Обложка еще не закончена, потому что я хочу сделать ее совсем красивую, супер красивую. И для этого я нарисую маленькие кружочки. Везде нарисуем кружочки, чтобы она была декоративная и вся была заполнена какими-то рисуночками. Все было ручной работой. Где-то я кружочки рисую маленькие, где-то большие. Постарайтесь тоже. Они все неровные, не старайтесь их делать совсем ровные. Можно делать точки просто ставить вот так вот. И смотрите, что я еще сделаю. Я нарисую прожилки. Кое-где я нарисую, попытаюсь вот так нарисовать прожилки. Видите? Прожилки нашему листику, чтобы он был похож на листик еще больше. Он, конечно, не осенний листик, но, знаете, осень, конечно, она желтая, мне хотелось бы желтый листик. А потом я подумал, что мне хочется что-то яркое, супер яркое, хорошее. И такое вот, что ну, осень, но она не всегда такая грустная, желтая. Она иногда веселая, яркая. Вы идете 1 сентября, у вас много новых канцелярских принадлежностей. Вы можете клеить, лепить, рисовать. И это все яркое и красивое. А внутри, ребят, ее-то не закончили, потому что внутри мы открытку
сделаем еще лучше. Внутри мы сделаем такую мизансцену, когда кто-то, ребенок, идет с родителями в школу. Для этого нам понадобится еще кусочек розовой бумаги. Родитель первого у меня будет вот такой прямоугольный, это будет папа. Вырежу прямоугольник и поставлю здесь. Вот такой будет мама. Такую вот получается пирамидку. Здесь. И я здесь нарисую девочку. Такую маленькую девочку. Она такая в платьице будет идти. В платьице. И вот здесь идти сюда будет. Все. Вырезали? Это несложно. Сначала прямоугольничек вырезать, потом большой треугольничек, высокий такой и маленький. Также мы их приклеим. Вот так я смазываю, а после переворачиваю и клею. Смазываю, переворачиваю и клею. Смазываю папу прямоугольник, переворачиваю и клею. Отлично, отлично. Клей сюда кладем. Теперь мы рисуем. Берем маркер, и я рисую все маркером. Все точно так же. Здесь я нарисую голову папе. Здесь голову дочки нарисую. А здесь голову маме нарисую. Такую. Рисуем им ноги. Ноги у мамы очень красивые. В туфельках она идет. У маленькой девочки такие сандалики. Сандалики. У папы наверняка такие ботинки и штаны. Нарисуем штаны папе. Отлично. Что еще нарисуем? Нарисуем ручки. Девочка держит папу и маму за ручки. И ручки вот так нарисовали. Тут можно рисовать пуговички, пуговички, пуговички. Здесь можно еще ремень нарисовать. Классно. Отлично. Мы нарисовали. Теперь нужно нарисовать глазки. Глазки я так нарисую вот так вот. Она такая маленькая и улыбается. А папа такой большой и уже в очках. Он такой серьезный папа. Похож на меня, я тоже хожу в очках. Но тоже улыбается. А мама тоже улыбается. У нее глазки и улыбочка. А теперь мы нарисуем волосики. А волосики мы нарисуем масляной пастелью. У папы такая прическа вот такая. Вот такой вот у него челочка. Вы выберете цвет, которым у вашего папа или мама какие волосы имеет. Например, светло-желтые или черненькие. Здесь светлые. А мама у нас будет со светлыми волосами. Со светлыми. Такими красивыми светлыми волосами. Вот так рисуем волосы светлые. Светлые. А девочка, она совсем маленькая, у нее совсем еще светлые волосы, и она, конечно, в бантике. Точно, я же забыл бантики нарисовать, ребят. Обязательно нарисуем бантики. Бантики. И желтые волосики. Такая девочка. Хо-хо. Отлично. Отлично. Мне это очень нравится. Давайте закроем открытку теперь. Сейчас мы вернемся. И перевернем назад. Здесь я хочу закончить свою открытку, чтобы моя открытка была закончена. Я всегда это стараюсь. И для этого я здесь нарисую сердечко. Сердечко вырезать довольно сложно маленьким ребятам. Для этого я его нарисую просто. Можно его просто нарисовать и вырезать. А вырезать просто кружочек, к примеру. Из розовой бумаги можно вырезать кружочек и нарисовать на нем просто сердечко. Я его приклею вот сюда. Опа, и моя открытка и ваша будет закончена. И вот с любовью такая законченная. Давайте посмотрим, что мы здесь нарисовали. Прошло 8 минут, и у нас появилась такая открытка. Здесь яркий, насыщенный розовый лист клена. Он может быть не оранжевый, но он передает настроение счастья от того, когда я иду в первый класс. Здесь кружочки, точечки, очень красиво и все декоративно. Открываем, а там просто семейная сцена, когда девочка идет первый раз в первый класс с мамой, с папой. И это очень классно. И они такие все розовые, яркие. А после этого заканчиваем и видим, что все закончено. И любовь. Ребят,
рисуйте вместе со мной, делайте открытки. Я это стараюсь делать просто, очень просто. Прям вот за одну минуту стараюсь сделать все очень просто. И чтобы вы с родителями, и для родителей, и родители для вас, и могли что-то вместе сделать. Подписывайтесь на Instagram Рыбакит. Это очень легко найти, Рыбакит 3. Там появляются новые картинки, новые интересные задания какие-то, конкурсы. Обязательно будет что-то супер новое, что-то новые трансляции. Приходите на трансляции и на канале Рыбакит, и в Instagram будут трансляции. И вы идете в 1 сентября. В первый раз я вам очень завидую и тоже хочу это делать. Я за этого делаю просто открытки, потому что мои дети скоро тоже пойдут 1 сентября в первый класс. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если нравится, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока.